Ура! На нашем канале 2000 подписчиков. Мы очень рады. Спасибо всем, кто смотрит наши видео про наших любимых крысяков. Емеля все? Не оценил? 2000. Но это не просто цифра. Это 2000 человек, которым нравятся наши видео, которые смотрят про наших любимых зверюшек. Спасибо вам всем. Ну что, Емеля, вкусное угощение? Вкусное? Вы что-то, фокус потерялся. Ну что, крысякушки, будете угощаться? Татоша, Татоша, боюсь. Ой, Татоша, какой боюсь. И Емеля боюсь. Иди сюда. Иди, смотри, Емеля посмелее немножко. Иди, посмотри. Иди, какие я вам угощения, посмотри, приготовила по случаю праздника. Со всех тарелочек нужно угоститься, да? Смотрите, там хоть и везде одинаковая зеленая гречка, но в каждой тарелочке по чуть-чуть своей гречки. Вот так вот. Татоша, иди, бери, там полно-полно. Что ты забираешь у Емели? Иди, смотри, смотри, тут видишь, сколько много? Татоша, ну, смотрите, какой Татоша бедничек. Татоша бедняша. Имели выпили еще, а там, смотри, много. Это хитрый Татоша забрал. Емелечки забрал. Иди сюда, иди, Емелечка. У нас сейчас уборка в клетке, поэтому пустенько все стирается, все убирается. Все гамачки в стирке. Все поснимала. Ну, идемте, угощайтесь. Идите скорее, идите, посмотрите. Сколько всего интересного. Емелька уже две мисочки забрал. Тарелки тоже съедобные. Емель, иди бери скорее. Ну что? Татошечка, ну иди хоть ты возьми себе. Возьми что-нибудь. Емель, а ты чего теперь у Татоши будешь добирать? Ну какой же ты? Татоша в домик занес. Аж в домик занес. Тарелочку. Что, саму тарелку будешь есть? Чтоб посуду не пришлось мыть, да, Татошенька? Вот бы нам так, да? Поели и посуду тоже съели. И мыть не надо. Ай, красота какая. Ой-ой, буду теперь убирать, когда там у нас все сыпется, как бисер. Емельян, идем еще. Идем за добавкой. Пошли. С удовольствием общаюсь с вами в комментариях. Спасибо вам за доброту, за любовь. Много хорошего вы пишете нам. Это всегда очень приятно. Здорово, что вы любите тоже животных, крыс. И вообще, в целом, вижу, что люди очень добрые. И такие вот отзывчивые. Если что-то, какой-то промах, даже не пишите ничего такого. Как говорится, прощаете. Ну, бывает. У всех бывают ошибки, да? Спасибо, что вы у нас есть. Всего вам самого-самого хорошего. Кажется, вчера еще было у нас только там буквально 15-20 подписчиков. Уже 2000. Очень радостно. Пока-пока. До встречи в следующем видео.
Татоша и Емеля будут еще штурмовать эти тарелочки.